Всем привет! Сегодня будет видео. Я решил приготовить необычную еду. В общем, все знают, что в Аргентине едят асадо. В Аргентине, в Парагвае, в Уругвае. Но есть еще такая вещь, как парижада. Она не менее популярна, даже, наверное, больше популярна. Парижада называется всякая хрень, которую не мясо. Там кишки всякие, там может желудки, еще прочее. Я не знаю даже, мандонга, да, как называется? Желудок, мандонга. И вот меня сосед, у него в магазин, уговорил попробовать это сделать. Он мне предложил кишки, есть прямые кишки. С жиром. И есть вот такое, это называется чунчурин или чунчулин, короче, я даже не знаю. Я вот это вот купил, от прямой кишки отказался, но это тоже кишки. Вот, я их замочил со специями и с лимоном. И теперь попытаюсь это пожарить. Я не знаю, смогу ли я это есть, но все едят. Вот, и у него он сейчас там жарится. Такое будут есть. Но я потом или еще один кусочек видео сниму, или сделаю фотографию того, что получится. Ну и в комментарии расскажу, смог я это есть или нет. Ну, привет всем из солнечной Аргентины. Это если выключусь. Если нет, еще попрощаюсь. А что-то это угли горят у меня сильно. Они не должны гореть. Ну, сейчас я накрою, перестану. Ой. Это моя вот такая вот маленькая парижа для одного. Потому что в семье никто у меня асадо не ест. И я сделал из баллона фреонового. Ой. Уже вижу, что решетка нужна более мелкая. Все проваливается. Ну, выключай пока.